Здравствуйте, уважаемые друзья и участники нашего клуба. Сегодня хочу представить вам обзор основного боевого танка США. Танк М1А1 Абрамс от фирмы Тами в 35-м масштабе. Танк Абрамс серийно выпускается с 1980 года. Назван данный танк в честь генерала Крейтона Абрамса. Посмотрим, что у нас в коробке. Все литники упакованы в пакет. Пакеты я предварительно распаковал уже. Так. Инструкция. На двух языках. Английский и японский. И варианты окраски. Теперь смотрим наши литники. Сразу скажу, что в наборе деталей не очень много, так что особого труда не составит его собрать. По времени, думаю, не очень много займет. Так, тут у нас лежат декали. Так, ну здесь у нас верхняя часть корпуса и башня получается. Так, облоя нет. Следы толкателей находятся у нас внутри корпуса. Так, и тут у нас штампик стоит Тами 1992 год. Модель старенькая. Так, два литника с катками. Тут трос у нас пластиковый. Следы толкателей будут, получается, вот внешняя часть катка, вот внутренняя. Вот. Они, толкатели, внутри находятся. Облоя нету. Также трос. Тут есть небольшой обой на этих двух деталях. Значит, не заметил. Да, тут тоже есть внутри небольшой обой. Также следы толкателей находятся внутри. А снаружи все чистенько и хорошо. Так, следующий литник. Тут у нас представлены детали танка и фигурка танкиста. Ну, фигурка мне всегда у Тами не очень нравится, у всех моделей. Тут на ней есть стык пресс-форм. Ну, как всегда у Тами на фигурках. Вот модель хороша, а вот фигурка не очень. Так, данный литник чистенький, облоя нет. Следы толкателя находятся все внутри детали. Да, всем. Еще один танкист. Также стык пресс-форм. Чистенько и хорошо. Следы толкателей внутри. И у нас есть нижняя часть корпуса. Ну, тут все хорошо. Небольшой пенек, но
его убрать не составит труда. Так, и как всегда у Тами, другого я не видел пока ни разу, это виниловая гусеница. Но по отзывам моделистов они неплохие. Так, вот еще у нас такой есть пакетик. Тут у нас лежит, это для пушки, чтобы она двигалась, насколько понял из инструкции. Так, такой прозрачный литник, тут не видно будет. Видно. И такой, такой. И у нас тут есть сеточка. Такая. Вот и закончился обзор. Могу сказать, что модель качественная. Как всегда у Тами отлита хорошо. Деталей не очень много. Много времени не займет. Но думаю, стыкуемость тоже хорошая. Потому что у Тами я вот сколько видел моделей, стыкуемость очень хорошая. Все, спасибо за внимание. Ждите следующих обзоров.